Верь мне и сделал, блядь! Сделаю, не переживай. Давай делай, хули ты ставишь? Итак, глава 6. Хорошо проведенное время. Маленькая Италия. Италия, 45-й год все еще. Чувак выходит. Тут агент ЦРУ. Розовая стенка как-то неестественно выглядит. Идет, вообще не палится. Не спеша. У нас он все время бегает, а тут так не спеша идет. Да, что нужно? Арестованный за незаконный оборот федеральных колонок. Ну вот и все. Тюрячка. О, суд. В ЖТА что-то чувака не сажает никогда. Нормально так чувака на 10 лет посадили. Ха-ха. В ЖТА его, конечно, арестовывают, но он там выходит через пару часов. Нормально. Оригинально, блин. Сколько народу, а? Че, мне их всех надо будет, что ли, перестрелять? Вообще прикольно. Ни одной игры такой не припомню. Ну, есть там, сделали по мотивам. Побег из тюрьмы, или как там сериал называется, тупой. Ну, то херня, конечно. Ух ты. Да, столько ментов, типа, я этот, что ли, как его там? Гектор. Или Лектор, как его там? На, мочат одного. Ха-ха. А чё я упал? Вообще прикольно, я упал. И смотрю по сторонам. Вах, красивая картиночка. Не, вообще нормальная картиночка. Красота. Как у нее ремешок-то прорисован, а погоны. Знакомый ебало. Гитлер, бля. Гитлер капут. Ему не стрёмно было в те года с такими усиками ходить? Ебать, его бреют, вообще пиздец. Причем он бреет, а волосы никуда не деваются. И чё, он лысый, что ли, сейчас будет? А, его типа побрили так слегка. Ну вот, короче, уже можно ходить. Бежать нельзя. Въебать ему нельзя. Не, охереть вообще не сделали. Офигеть, а. Че тебе, Нига, давай, скажи что-нибудь мне. Ничего не говорит. Да ты че, ёпты? Ваха. Че тут можно, воду можно открыть? Что-то здесь как-то неинтерактивно. Бля, задалбливает, что он еле ходит вообще. Он не то, что медленно ходит, он именно, что медленно очень ходит. Ну все, давай, спи. А, чё, я сел? Не сплю, что ли, или что такое? Не, реально идет в режиме кино.
О, тут бегать можно. Прям вот это с тюрьмой, там сколько, минут 10, что ли, это все длилось. А этому чё? Тебе чё, мудак? Вот тут кирпич красивый, а? Какой? Красотища. Вообще прикольно, чувак отжимается. Чувака немного заело, а во, разъело. Ну чё, как в тюрячке? Да, тут не получится. Ух ты! Кунг-фу, чувак. Китайцы, вообще прикольно. Это как про футбол было тоже в тюряге, забыл, как кино называлось. И там этот, который играл, тоже забыл, как его зовут. Стэтхэм, во. Он там типа сумасшедшего кунг-фуиста играл. Вах, Махач. Немного даже подтормаживает. Народу-то сколько, а? Пиздец, в какой игре столько народу есть одновременно в кадре? Здесь же пиздец, здесь человек 60, если не 100, блин. Ни в одной нету. Да блять, что ж ты нахуй? Все, чувака отправили в тюрячку. В смысле, в карцер. Очередной махач. Блин, красивая картинка, а? Красотища вообще. Что-то ни хера он не ударяет.